Здравствуйте, а можно зайти? Да-да, мой человек свяжется с вами и оформит все ваши заказы. А сейчас я не могу с вами разговаривать, так как у меня клиент. Спасибо. О, проходите, мою яблочко, присаживайтесь. Ах, извините, это моя подушка-пердушка. Я просто хотела разыграть свою секретаршу. Так, ну что вас интересует? Мы с женой хотим приобрести ноутбук новороссийский. Какие у вас есть варианты? А что насчет мысхака? Мысхака? Насмешили. Да там орудуют толпами алкаши, да и запах канализации ужас. Хорошо. А что насчет Кирилловки? Да вы меня просто убиваете. Туда недавно приезжала Полина Липучая со своей проверкой в одну харчевню. И она там обнаружила тараканов. А при чем тут харчевня, если новый дом нужен? Так эти тараканы потом поселились в местных домах. Окей. А что тогда с Владимировкой? Честно? Там кладбище. Ну и что? Ну и все. Хорошо. А что вы мне тогда предложите? С этого и надо было начинать. Моя тыковка. Я вам предлагаю жить в Гайдуке. Что за Гайдук? Впервые слышу. А, новый тип молодежь и все такое. Знаешь, что такое Гайдук Сити? Да. А что в нем такого? Смотри этот ролик и сам все поймешь. Добро пожаловать в Гайдук Сити, друзья мои. Мы вам сейчас покажем самые интересные места в этом захолустье. Мы думаем, вам будет интересно, и вы купите здесь дом. Погнали! Мужчина, как вы? Спасибо! А сейчас мы пойдем в чужие квартиры. Закрыто? Тут тоже закрыто? Дети, а тут что, как думаете? Правильно, закрыто. А тут открыто. Мужчина! Что это, камеры что ли? Уберите камеры. Вот так развлекаются дети Гайдука, а потом получают травмы. Зато у нас Гайдуки все спортивные. Так, что же там? А это наш ДК-клуб. Здесь рождается искусство. Искусство. А это наша любимая школа. Тут будут учиться ваши дети. Бедняжки. Теперь мы пройдем в лоттер. Там директор. А еще мы помогаем своим людям. А можно вашу сумку, сэр? Пошел вон. Все. А еще тут оставлены послания древними цивилизациями. А здесь протекает прекрасная река. А, что это самый лучший жилой комплекс Гайдук Сити. Подожди. Тут более 1000 лучших квартир. А это главная достопримечательность Гайдук Сити. Здесь снимались Джонни Депп, Шарлиз Терон и выступала Надежда Бабкина. А это гипермаркет Магнит. Здесь самые лучшие продукты, даже если они пропавшие. Мы думаем, что вам понравился наш обзор на Гайдук Сити, и вы в скором времени приобретете здесь новый дом. Покупаю!